Всех с началом новой рабочей недели. В эфире новости на телеканале ТВЛ в студии Анна Вязгина. Коротко о главных темах выпуска. Учеба по-новому. В Электрогорске продолжается строительство школы. Сотрудников Почты России поздравили с профессиональным праздником. Чисто там, где не мусорят. Трудовые молодежные бригады убирают места отдыха горожан. Один день из жизни главы. Ко дню рождения Сергея Дорофеева. Программа «Духовные беседы». Прогноз погоды. Сотрудники Почты и связи страны 11 июля отметили свой профессиональный праздник – День Российской Почты. Праздник отмечают ежегодно во второе воскресенье июля с 1994 года. Накануне этого события глава города Сергей Дорофеев и председатель Совета депутатов Роман Текунов поздравили лучших почтовиков с профессиональным днем прямо на их рабочих местах. К сожалению, оказалось, что в воскресенье вы же не работаете у нас, да? Поэтому мы решили от городского округа Электрогорска, заранее поздравить вас с этим праздником, прекрасным праздником Почты России. Почта там доставляет радость нашим людям, да, несет дом. Поэтому надеюсь, что все останется на том же уровне. Почта России в Электрогорске – это два почтамта, работники которых помогают нам не только отправить письмо или получить посылку, но и платить услуги ЖКХ, оформить страховку, получить пенсию, отправить денежные переводы, получить банковскую карту. За каждым доставленным письмом или посылкой кроется слаженный труд всех работников почтовой связи. Вместе с председателем Совета депутатов глава города накануне праздника поздравил замечательные коллективы, которые оказывают услуги населению в почтовых отделениях Электрогорска. За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм отметили благодарственными письмами и подарками сотрудников. Приносить, передавать новости и вещи, чтобы и новости, и вещи были все добрые и хорошие. Да. С праздником всей души. И решите наградить благодарственным письмом Совета депутатов городского округа Электрогорска Манаева Наталью Александровну, заместителя начальника отделения почтовой связи, за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, добросовестное отношение к своим должностным обязанностям и в связи с празднованием профессионального праздника День Российской Почты. Последние несколько лет почта активно идет по пути развития. Внедряя современные технологии, электронные сервисы, увеличивает скорость обслуживания и предлагает своим клиентам широкий спектр услуг. Но при этом пересылка писем и подписка на газеты остаются одними из популярных сервисов. Коллектив ТВЛ присоединяется к поздравлениям в адрес почтовых работников и в качестве подарка решили показать архивный сюжет, который мы снимали в канун Всемирного дня почты. Смотрим и вспоминаем. Кто там? Это я, почтальон Печкин, принес заметку про вашего мальчика. Ежегодно почтовые работники России принимают, обрабатывают и доставляют более 1,5 миллионов писем, 54 миллиона посылок и почти 76 миллионов единиц денежных переводов. В Электрогорске работает два почтовых отделения. Изо дня в день каждый из них доставляет электрогорцам важную и долгожданную корреспонденцию. Ведь всего несколько десятков лет назад, когда не было интернета, основным средством связи между людьми служила почтовая переписка. Совсем недавно люди, находящиеся вдалеке друг от друга, писали на бумаге историю своей жизни, запечатывали ее в конверт, подписывали адрес и относили на почту. И в этом была особая прелесть. Так переписывались солдаты со своими мамами и девушками, так писали дети своим родителям, внуки бабушкам и дедушкам, так писали друзья, коллеги. Словом, все находили время для того, чтобы написать душевное письмо человеку, после запечатать конверт и отпустить почтовый ящик. Раньше кому вы писали письма? Друзьям, знакомым, родственникам поздравляли с праздником. Были живы еще бабушка, дедушка, естественно. Сегодня обычные письма уже не настолько актуальны, ведь есть интернет, воспользовавшись которым, можно отправить сообщение в рамках электронной почтовой службы в любую точку Земли за считанные секунды. Естественно, что смс, телефон, естественно. Все, что по интернету. Каким видом связи вы сейчас пользуетесь? WhatsApp в основном. Телефоном.
А раньше писали? Конечно, и поздравляли, открытки красивые посылали. А кому вы писали письма? Ну, родителям, подружкам, друзьям всем. Возможно, как только у каждого землянина появится компьютер с выходом в сеть, профессия почтальона исчезнет навсегда. Правда? Наверняка это знать никто не может. А пока отделение почты продолжает оказывать людям свои услуги. Доставлять посылки, выписывать газеты и журналы, выдавать кредиты и пока еще приносить письма. Это у меня подруга, у нее нет... Интернета? Нет. Ну, и... пишу ей письма. И получаете тоже, конечно, да? Конечно, а как же? Переписка идет нормально. Попробуйте и вы на один день отказаться от услуг сети интернет. Напишите любимому, подруге, родителям, сестре обычное бумажное письмо или пошлите красивую открытку. И поверьте, такой сюрприз будет оценен по достоинству. Ведь иногда возвращение в прошлое порождает прилив добрых воспоминаний, душевности, искренности и романтики. И пусть сотрудники почты ежедневно усердно трудятся нам во благо и помнят, что их профессия нужна людям. Ведь благодаря им исчезает расстояние между близкими и любимыми людьми. Чудесное время года – лето. Ярко светит солнце, цветут цветы, поют птицы. Длинные теплые вечера – время активного отдыха на природе за городом, в лесу, около водоема. Что может быть прекраснее? Но для некоторых жителей и гостей города природной красоты не хватает. И они по-своему, со всем старанием, украшают любимые места отдыха кучами несметных сокровищ. Среди этих прелестей и бумажные обертки, и сигаретные пачки, и окурки, и бутылки, упаковки от чипсов, фантики и прочий мусор. Ну а кому приходится убирать весь этот свинарник, смотрите в нашем сюжете. После выходных дней и вечеров рабочей недели, когда люди стремятся уехать из душного города и отдохнуть на природе, любимые и популярные места отдыха становятся больше похожими на свалки мусора, а не на уютный зеленый уголок природы. Если в городе за порядком следят коммунальные службы и каждодневно наводят порядок в местах общего пользования, то за городом мусор за теми, кто после активного отдыха не находит сил прибраться за собой, убирают мальчишки и девчонки из трудовых экологических бригад. Сегодня мы убираемся на карьерах, соответственно. Вторая бригада у нас убирается на Астахановском озере. Вот. Объем работ, как минимум убрать мусор в тех местах, где постоянно находятся люди. То есть люди и гости города, и местные жители. Вот. Очень расстраивает то, что как бы из раза в раз мы уже убираем эту беседку, и каждый раз приходим, а мусора становится все больше. То есть вот действительно как бы отрезок времени остается такой же, а мусора все больше и больше почему-то становится. То есть то ли люди специально оставляют, думая, что за ними соберут, то ли я не знаю. Ну, это все очень печально. Пока другие охают, пишут гневные посты в социальных сетях, что за бардак, это только в Электрогорске так, это все дачники виноваты. Коммунальные службы совсем не работают, москвичи приехали и мусорят. Ну а если честно, кто же этот бардак разводит, если не мы сами? И почему кто-то должен безнаказанно мусор разбрасывать, а кто-то молча за другими его выгребать? Ведь всем известно, чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Сегодня свой день рождения отмечает глава города Сергей Евгеньевич Дорофеев. Примите наши искренние поздравления. Благодаря вам наш город с каждым днем становится все комфортнее и краше. Мы гордимся тем, что живем именно здесь. Искренне желаем вам больших успехов, новых проектов и идей, реализации всех планов и надежной команды единомышленников. Пусть наш город только процветает. А каждый, кто приезжает к нам, восхищается его чистотой и уютом. Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, мирного неба над головой. Пусть вас всегда окружают любящие, родные и близкие люди. Специально ко дню рождения телеканал ТВЛ подготовил фильм «Один день из жизни главы» о работе, семье, планах и целях. Электрогорск с каждым годом становится красивее, жить в нем комфортней. За этим стоит ежедневная, непрерывная и кропотливая работа большого количества людей, единомышленников, но во главе, конечно же, мэр.
В конце 2020 года наш город возглавил Дорофеев Сергей Евгеньевич. Подошло к концу первое полугодие его деятельности. Прошли различные мероприятия и личные приемы, встречи с жителями. Открываются новые детские площадки, завершаются работы по капитальному ремонту общего имущества. Мы наблюдаем новый облик домов на улице Советской, Комсомольской, исторической части города, улице Классона. Подходит к завершению строительство школы, благоустраиваются дворы, ремонтируются дороги. Произошли и кадровые изменения в составе администрации. 12 июля у Сергея Евгеньевича день рождения, и мы хотим побольше о нем рассказать, причем не только о работе, буднях, но и как он проводит свободное время, если таковое имеется. 12 июля 1968 года родился Сережа. Мальчик как спокойный был, учился хорошо. И такой мальчик активный был, и на лыжах катался, и спортом занимался. Отец, он в части служил, и с солдатами там зимой на прогулку на лыжах, он за ними, это уже ему сколько лет, 8 вот так вот было, и он с солдатами по кругу сдавал марафон, ездил на лыжах, катался. Ну так вот потом вот закончил 9 классов и поступил в 83-м году в Электросталинский машиностроительный техникум. И тут его в мае 87-м году забирают в армию. Он служил в Нахичеване, на границе. В 2003 году окончил Академию налоговой полиции по специальности «Финансы и кредит». В 2016 году окончил ФГБ ОУВО Российской Академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации по направлению «Государственное и муниципальное управление». С 2016 года назначен на должность заместителя главы администрации. Итак, начало рабочей недели, обычный день, как и другие, раннее утро. Сергей Евгеньевич, доброе утро. Утро. Ну что, на работу? Поехали. Сергей Евгеньевич, скажите, как начинается ваш день? Практически как и любой, наверное, рабочий день. Сегодня, слава богу, у нас лето, каникулы, на детей везти никуда не надо. А так обычно Никиту в школу как раз и небольшой объезд по городу с утра. Так как он учится в 14-й школе, соответственно, у меня есть маршрут, мой пролегает через одну из частей нашего города. Поэтому смотрю, есть какие-то недочеты, может быть, по утренней уборке. Сразу с коммунальными службами связываюсь, даю указания на уборку, либо на устранение недостатков. А кто у вас детишкам завтрак готовит? Это моя прерогатива. Ваша? Да, потому что встаю утром пораньше, всем накрываю стол. Жена отвозит младшего в сад, везет сама тоже на работу. Ну, я среднего, Никиту, скажем так, уже тоже. Все. А какая-нибудь пятиминутка, зарядка или контрастный душ, что-нибудь? Практикуете? Нет, обычные утренние процедуры, завтрак и все своим по рабочим местам. Сергей Евгеньевич, а что случилось? Вот сейчас вышли, обсуждали. Ну, особо ничего, просто мы сейчас увидели, что шел трактор, чистил дорожное полотно, стоянка около Олимпа отщебенена, то есть щебенка валяется, дал указание немножко прочистить, расширить, скажем так. Облагородить территорию. Кстати, вот спросить хотела, вот вы, находясь еще в должности заместителя главы, вот сейчас, будучи главой, какими глазами смотрите на Электрогорск, проезжая по улицам, дворам? Ну вот, например, я как житель иду там, листочки на деревьях рассматриваю, птичек, людей, да? А вот у вас какой взгляд? Ну, наверное, взгляд у меня поменялся, у меня более стал критичный подход именно к благоустройству города, к наведению порядка. И любоваться, как говорится, природой уже некуда. Едешь, смотришь, где косить, где покрасить, где не доделать. Вот сейчас проезжаем тоже, вроде ты окошен, с правой стороны прибордюрной полоса, но толщат хлысты, как мы их называем, тоже надо уже сейчас дать будет указание, чтобы прошли и окосили их. Каждую мелочь уже, да, без внимания не оставишь? Да, согласен. Стараемся не упускать никаких мелочей. Сергей Евгеньевич, какой план-график сегодня?
Сейчас секретарь уже расписан, сейчас 8:30 у меня замуж, 9 часов у нас планерка, 10 совещаний, в 11 ВКС, 12 еще одно совещание, и в 2 часа мы уже едем на объезд. А там уже как получится, наверное, из обстановки в городе. Если много нарушений, можем на 3 часа задержаться. Если быстро, то и в 2 часа закончится. И потом еще одно мероприятие запланировано на 5 часов вечера, еще одно совещание и встреча с жителями у меня. А кто формирует график? Ну, график формируется уже благодаря за 2 недели. У нас есть такое понятие, как доверие к власти, и мы заранее уже планируем и встречи с жителями, какие мероприятия брать, что делать. Ну, окончательно уже формируется на вечер предыдущего дня. То есть вчера в понедельник уже в 5 часов вечера сформировался полностью график, и секретарь выкладывает его в общую группу в администрацию, чтобы все замы или все подначальники управления были в курсе, что у нас будет происходить в день, какие изменения, где на каком совещании надо быть, что подготовить, какие материалы. Доброе. Как и сказал глава, первое совещание с заместителями. Именно в этом кабинете начинается обсуждение текущих дел и вопросов. Что дальше по плану? Планерка. Планерка. За этими дверями началось оперативное совещание. Проходит оно еженедельно. На нем присутствуют руководители всех структурных подразделений, своеобразный центр управления. Здесь озвучивают итоги работы за неделю, ставят новые задачи, утверждают планы. Сергей Евгеньевич, а насколько важно ваше присутствие на оперативном совещании? Как вы можете повлиять на ход тех или иных работ? И особенно вот интересуют те организации, которые не находятся в вашем подчинении. А дело не в том, что, скажем так, давать какие-то поручения, наверное, на исправление той или иной ситуации в каким-то жизненно важным сферам. Дело все это аккумулировать и управлять всем этим процессом. Самое главное – знать, где слабое место на сегодняшний момент находится в работе администрации, либо в работе тех ведомств, либо ну, тех других каких-то неподведомственных нам даже организаций, и попытаться изменить эту ситуацию, направив это в нужное русло. То есть либо привлечь какие-то сторонние организации, либо каким-либо образом самим повлиять. А что у нас далее сейчас по плану? Сейчас у нас совещание небольшое будет по проведению ремонта подъездов. Придет потенциальный подрядчик, с которым мы попытаемся обсудить моменты качественного и быстрого производства работ на данной сфере. Потому что сфера ЖКХ, как обычно, самая такая тяжелая и востребованная сфера, потому что это многоэтажные дома, это в основном масса жителей, которых проживает. И, соответственно, наша задача сделать их проживание комфортным и безопасным. Сергей Евгеньевич, вот помимо работы внутри городской, есть работа региональная, выполнение поручений губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева. Крайне важно, чтобы наш небольшой город среди огромного количества муниципалитетов держал свою марку, свой статус. Скажите, как эта работа налажена? Андрей Юрьевич Воробьев очень бдительно, скажем так, следит за своими городскими округами. Еженедельно проводится ВКС со всеми главами, с участием всех министров, соответственно, всех ведомств, структур, с целью подведения, наверное, каких-то итогов промежуточных, потому что сфера деятельности, которую осуществляет городской округ, она многогранна, как я уже говорил не раз, и поэтому каждый ВКС отличается от предыдущего, но, опять-таки, красной строкой здесь звучит одно – сделать жизнь наших жителей лучше, комфортней и уютней. ВКС затрагивает разные вопросы. В первую очередь, в связи с ситуацией по ковиду, это и ковидные направляющие, которые сейчас существуют, сколько заболевших, что сделали для того, чтобы улучшить обслуживание населения по проведению прививок, каким образом организовать прививочную кампанию, как сделать прививки для жителей наших садоводческих товариществ, это практически жители Москвы, которые приезжают сюда. Это и строительство объектов и федерального уровня, это как и школа на 550 мест. Это же не школа строится только в Электрогорске, а таких школ по Московской области 5-6, поэтому это все отслеживается. Плюс система образования, в каких-то муниципалитетах происходит ремонт и поликлиник, и больниц.
это все озвучивается, это все показывается. Показываются положительные практики, как лучше сделать, как красивше сделать, как к этому подойти творчески более. То есть положительные практики тоже в режиме ВКС передаются. Плюс это и самая больная, наверное, тема, это и ЖКХ. Это и капремонт подъездов, просто ремонт подъездов. Это и капремонт всего дома. Поэтому, ну, как я говорю, жизнь городского округа, она многогранна. И Андрей Юрьевич старается и контролировать этот процесс, чтобы не запускать какую-то из этих тем. Вот ежегодное обращение губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева, которым мы руководствуемся в своей работе, да. И вот если его открыть, сразу на первой страничке мы видим Владимира Владимировича Путина, да. И этот девиз, который даже висит у Андрея Юрьевича, когда он проводит свои совещания, что люди не просто ждут, а справедливо требуют ощутимых, значимых результатов и перемен. И в своей деятельности, конечно, мы руководствуемся именно этим. И здесь, в своем послании, то есть Андрей Воробьев подвел все итоги своей деятельности за этот год и, соответственно, те перспективы развития, которые у нас будут в Московской области по всем направлениям. Это и экономика, как мы видим, это и здравоохранение, это и транспорт, и дороги. То есть это все то, чем должны руководствоваться главы городских округов, строя свою работу на ближайший год. Здесь все очень подробно и очень ярко все изложено и написано. И на всех же встречах жителей, которые мы проводим, мы с собой берем данные ежегодные обращения и то же самое на всех встречах доводим до этих, до нас, до жителей, чтобы они знали, куда идет Московская область, в каком направлении, и куда идет город Электрогорск, и что делается для того, чтобы улучшить их жизнь. Ой, ну что, время обеденного перерыва. Обедать поедете? Да, к сожалению, сегодня тоже не получится съездить пообедать, поэтому предлагаю попить кофе. Часто ли вам приходится обедать на работе? Ну, я бы сказал так, что часто. Очень часто. Ну, а вспомнить можете крайний раз, когда дома обедали, вот так, чтобы полноценно? Ну да, неделю две назад. А потому что, ну, не получается как, потому что и под правительство иногда приходится подстраиваться, они проводят какие-то совещания. Иногда совещание планируешь одно время, получается другое время. И, соответственно, опять домой ехать это время. Поэтому как-то самое ценное, что у нас существует, это время. Потому что его, ну, реально его не хватает. Потому что было бы, наверное, в сутках 25 часов, наверное, и все бы и сутки, наверное, тоже бы уходили. Потому что вечером жителями надо встречаться, а жителям встречаться лучше вечером. Потому что когда все дома, когда все могут высказаться, сказаться, то есть это вечером однозначно. А утром текущие проблемы, которые тоже надо решать. Вот я вам сегодняшний график все рассказал, то есть, ну, как бы видно, что все оно так плотно идет. Если вдруг где-то сбой произошел, соответственно, идет накладка, соответственно, что-то переносится, и так, таким вот образом день увеличивается. А вот если обедаете, то ездите домой или иногда у мамы? Мама вам готовит обед? Мама готовит к обеду, но маму я лишний раз не ставлю напрягать. Я ей приезжаю, она сразу начинает: ой, как ты устал. И я поэтому так, то я лучше не еду, лучше домой съесть. А так здесь заказываем бизнес-ланчи. Даже короткий перерыв на кофе не обходится без рабочих звонков. Далее у нас по плану еженедельный объезд по городу. Это мероприятие также проходит еженедельно с присутствием заместителей главы и руководителей подведомственных организаций. Скажите, а вот так каждый житель может подойти к вам, обратиться с вопросами? Да, конечно, у нас для того обходы существуют. Как бы не объезды, а обходы. Чтобы те люди подходят, общаются, решаем также проблемы, как сегодня, например. Ну вот сегодня женщина обратилась, как это в краткие сроки удастся решить и все-таки? Ну завтра уже будет решено. Ну, к сожалению, да, подрядчик не до конца довел свою работу, пошел на другой объект. Завтра вернем, завтра все будет уже стоять. Ну вот более 2 часов продлился сегодня объезд. Но вот как считаете, может быть, стоит поручить это исключительно вашим заместителям, чтобы вы имели возможность заняться решением более глобальных вопросов? Ведь многие люди говорят, что обход – это, ну, пустая трата времени. Нет, я с этим не соглашусь, что это пустая трата времени, потому что каждый заместитель все-таки заточен на свою узкую специализацию, как он работает. То есть дорожник, благоустройство. А здесь как-то есть такие, скажем так, серые зоны проблемные, которые вроде и не к благоустройству не относятся, ни к дорогам не относятся, которые тоже надо навести порядок. Поэтому эти объезды дают нам понимание того, как, чьими силами это сделать, чтобы навести было комфортно.
как вот, например, если взять территорию, ну, дороги нашей центральной советской, то есть есть обслуживает МОСАвтодор, здесь обслуживает ТСК МОСТРГ, остается полоса неспиленного, образно говоря, нескошенной травы, кто ее будет делать? Но вот такие проблемы мы решаем, потому что ну, должно быть все красиво, должно быть все прекрасно. Сергей Евгеньевич, еще бы хотелось узнать о роли предприятий, о развитии их, да, в нашем городе. Какую работу вы проводите, как с ними сотрудничаете? Ведь они важнейшую роль играют в развитии экономики. Я бы сказал так, что, конечно, даже главную, наверное, роль они играют именно в экономических процессах нашего города. Без них ну, не было бы налогов, не было бы поступлений в бюджет, не было бы нам на что тратить деньги для благоустройства нашего города. Поэтому мы постоянно с ними на связи находимся. Сейчас, вот, как мы уже сегодня были, я показывал вам обращение губернатора Московской области было, да, к жителям. Мы проводим сейчас встречи на предприятиях, рассказываем жителям нашего города, которые работают на этих предприятиях, что происходит в Московской области, что происходит в нашем городе, что сделано, что будет сделано. И таким образом и с руководством предприятия мы проводим практически ежемесячные встречи. Если не позволяет очный режим, значит, в режиме по Zoom-конференции, с использованием средств цифровых технологий. Но все проблемы мы обсуждаем. И, соответственно, мы с ними без них, как и они без нас, наверное, не смогли бы жить и существовать. Ну, а у нас по плану завершающая встреча с жителями. Да, сейчас готовимся, едем на встречу с жителями уже во дворы. Легко ли быть главой городского округа? Многие задают этот вопрос. Но не каждый понимает, что на того, кто стал главой, возложен огромный груз ответственности. Сергей Евгеньевич у нас живет и работает в городе, в котором родился. И все прекрасно знают его, каким он мальчиком был, как он рос, где учился, где служил, где работал. И от этого груз ответственности перед жителями у него стал гораздо больше и тяжелее. Администрация – это главная инстанция, куда идут жители с волнующими их вопросами. Работа с обращениями граждан – важнейшая составляющая деятельности главы. Ведь очевидно, что проводить эффективную и плодотворную работу возможно только тогда, когда налажен контакт между населением и администрацией. Вы вообще знаете, что за встреча сегодня проходит? Да, у нас идет встреча с главой администрации по жилищно-коммунальному, значит, ремонту, можно сказать, все вопросы по ремонту. То есть вы знаете, да, нашего главу? Да. Вот за эти полгода, что сейчас Сергей Евгеньевич находится на посту главы, вот как можете оценить его работу? Старается, чтобы было чисто, вот с нами, с гражданами встречается, помогает наши вопросы решить, которые постоянно возникают. Но в основном у нас все по ЖКХ. Сергей Евгеньевич, ну что же, завершилась очередная встреча. Много вопросов было задано, много обращений поступило. Скажите, а вот что вам дают эти встречи? Андрей Юрьевич Воробьев все время говорит о том, что мы должны жить чаяниями наших жителей. Мы должны знать их проблемы, знать, что им нужно в данный момент и что сделать для улучшения их жизни. Вот такие встречи, которые мы проводим во дворах, на выездах, выездные администрации, они дают нам именно прочувствовать то, насколько наши жители обеспокоены теми или иными проблемами, выработать пути решения этих проблем и сделать жизнь наших жителей комфортной. Ну что, все на сегодня. На сегодня все. Домой. Сергей Евгеньевич, ну вот сегодня мы с вами целый день провели. Честно, без сил, без ног, устали жутко. Но вот как вы, честно, устали? Ну, усталость, конечно, она присутствует, но я бы сказал, как есть усталость, которая бессильная, скажем так, а у меня усталость какая-то, она такая удовлетворенная, да, то есть день прошел плодотворно, день прошел качественно, вы со мной сегодня целый день побывали, увидели, что много совещаний, много встреч, именно встреч, наверное, с жителями, да, которые происходят у нас и во дворах, и в кабинетах. Поэтому это радует о том, что жители наши не безразличны к судьбе нашего города, принимают в нем активное участие, и это не может не радовать. И, соответственно, конечно, едешь, возвращаешься с чувством полного удовлетворения. А вот самое главное, хочется узнать, что чувствует глава города, возвращаясь с работы домой? Есть такая пословица, когда говорят и желают всем, да, чтобы ты на работу ходил с удовольствием и домой возвращался. Вот я сейчас еду с удовольствием, с большим. Я знаю, что меня ждет жена, меня ждут дети, которые меня не видели сегодня целый день. Им, наверное, есть что рассказать мне, мне есть чем поделиться с ними. Поэтому жду с нетерпением приезда и общения
своей семьей. Сергей очень занятой человек и достаточно много времени проводит на работе. Когда он приходит домой, у него звонки не прекращаются. Ему очень много звонят по личным просьбам. Он очень внимательный человек и старается каждому помочь по мере своей возможности. Все свободное время он старается проводить с семьей, с детьми. Он очень внимательный, заботливый, он ласковый. Нам очень его не хватает, потому что раньше он больше времени проводил в семье. Сейчас, конечно, времени намного меньше он уделяет семье, но мы понимаем, относимся с пониманием, потому что у него очень ответственная работа. Он умеет доказать и обосновать свою точку зрения. А самое главное, в нем очень хорошее качество. Все начатое доводит до конца. И если дает обещание, то обязательно их исполнит. И это, конечно, залог успеха. Ну, хочу сказать от себя, что с ним хорошо работать, и за ним хочется идти. Ну, раз мы уже приехали, пойдемте, пообщаемся. У меня дома. Сергей Евгеньевич, вот так красиво у вас все чистенько, ухожено. Вот хочется спросить, кто за всем хозяйством следит? По выходным стараюсь я помогать супруге с детьми, а так супруга и дети. В этом году Никита старше освоил мы как раз пострижку газонов в полной мере. Может заводить, полностью стричь, выбрасывать контейнер этот с травой. Так что я теперь на этом плане спокоен. Каждые 3 дня нужно было раньше постригать, чтобы поддерживать состояние. Но вот теперь эту ответственность я взял сын. Ну вот скажите, а в таком графике находится время для семьи, родных, друзей? График мы с вами оценили. Ну, конечно, как же жить без друзей, как же жить без семьи, как же жить без родителей? Конечно, находим время. В субботу вечером, выходные, воскресенье стараюсь полностью уделять семье. Это единственный день, когда я пытаюсь и действительно и хочу быть рядом с семьей, быть с ними близко, чтобы почувствовать их теплоту, заботу и зарядиться на следующую неделю положительными эмоциями. А вы гостеприимный хозяин? Любите, чтобы дом был полон гостей? Или все-таки пора уединиться за прочтением книги или, может быть, фильм какой посмотреть? Ну, я, наверное, люблю все виды отдыха, но по гостеприимству скажу так, вы сейчас здесь находитесь, значит, это одно из условий того, что я люблю, когда приходят гости, я люблю, когда в доме смех, приходят люди, мне это нравится. А вот интересно узнать, есть у вас любимое увлечение, вот дело вашей жизни такое вот, ваше вот прям личное? Есть, оно появилось. Ну, раньше, наверное, всех у нас бы мы чем-то увлекались раньше, то одним, то другим. А последнее увлечение, оно, наверное, уже на всю жизнь, это горные лыжи. Меня, скажем так, познакомили с этим видом спорта мои друзья, и до сих пор и я, и моя жена, и дети, даже маленький мой в том году встал на лыжи, на горные. Сергей Евгеньевич, а есть у вас какие-либо традиции семейные? Ну, скажем так, что, наверное, рождение любого человека – это уже праздник, да? И мы стараемся, конечно, этому придерживаться и собираться всей семьей за тем или иной за той или иной датой дня рождения. И день рождения, скажем так, это, наверное, самая такая горячая точка в сборе, скажем так, своих родственников за столом. Но есть еще и другие даты. Вот, например, 3 июня недавно у моих папы и мамы была годовщина свадьбы. 53 года назад они женились. То есть мы тоже это все помним, мы собираемся, мы стараемся поздравлять их с этим праздником. Если не получается в очном режиме, значит, по телефону. Но любые даты мы поддерживаем, потому что эти даты сближают нас. Эти даты помогают нам поддерживать взаимоотношения, радоваться жизни, радоваться, что очередному достижению в жизни, радоваться очередному витку, который приводит к положительным результатам. Люблю, когда за большим столом собирается вся семья и есть возможность поделиться с вами сокровенным, положительными эмоциями, а также услышать, если у кого есть какие-то проблемы, и наметить пути решения этих проблем. А касаемо путешествий или, может быть, рыбалка, поездка за грибами с семьей как-то вот бывает? Ну, конечно, бывает. Не так часто, как хотелось бы, но грибы, так как мы живем в городе Электрогорске, мы окружены лесом, то есть это, наверное, ягоды и грибы, это, наверное, мне привил это отец еще с детства. Ходили и чернику забирали,
собирали, вернее, и землянику собирали, и грибы. Лес, который сейчас, к сожалению, сгорел, да, на УСНТ Каратка, тогда был это действительно лес, куда мы ходили, собирали. И, конечно, это приятные, да, воспоминания детства, мы сейчас окунулись. И, соответственно, и мои дети любят грибы собирать. По рыбалке я не скажу, что я заядлый рыбак, но посидеть с удочкой иногда хочется. Вот сейчас послушала вас. Знаете, вот обычно, если людям предлагают высокую должность начальника, директора, ну, всегда люди отказываются, сложно на себя брать такую ответственность. Вот сегодня мы с вами провели день, график расписан по минутам, времени свободного нет вообще. А может быть, оставить все это? Нужно вам это? Вот честное слово. Ну, наверное, двигатель жизни... В любой жизни, не только человеческой, а жизни цивилизации, это все-таки прогресс. И прогресс должен быть исходить, наверное, из каждого человека. Потому что если, наверное, остановиться на каком-то этапе и сказать, все, я устал, я не хочу, ну, соответственно, это придет к какой-то, наверное, не деградации, скажем так, а к остановке, наверное, какого-то маленького человеческого мира. Я хочу двигаться вперед. Мне это нравится. Мне нравится быть в гуще событий, мне нравится решать проблемные вопросы. Мне это интересно. И я все-таки хочу, и я надеюсь, что я сделаю жизнь наших жителей лучше, уютнее и комфортнее. Вот это моя цель. И этой целью пропитана вся моя семья. Они меня поддерживают в этом моем, скажем так, трудном, наверное, начинании. Но у нас получится, потому что мы вместе, мы семья. Замечательно. Спасибо вам за беседу нашу. От всей души вам успехов, чтобы все у вас получалось. Мы в вас верим. Спасибо. Мы благодарны главе города Сергею Евгеньевичу Дорофееву, что в своем тяжелом напряженном графике он смог выделить время и провести его с нашей съемочной группой. А в его день рождения мы хотим пожелать крепкого здоровья и исполнения всех намеченных целей. Заместитель главы города Юлия Башмакова и директор лицея Павел Грязнов совместно с комиссией осмотрели ход работ на новой школе. До нового учебного года осталось менее 2 месяцев. В каком темпе ведутся работы, расскажем далее. Темпы строительства образовательного объекта должны оставаться высокими. Такая задача поставлена перед подрядной организацией, которая сегодня ведет строительство новой школы на территории города. Все процессы находятся в завершающей стадии. Заканчивается финишная отделка. Классы готовы к установке мебели. Произведена покраска, укладка линолеума и плинтусов, монтаж оконечных устройств. Это удобные, просторные учебные кабинеты. Цветовая гамма подбиралась с учетом всех требований. К монтажу оборудования готов и пищеблок. По благоустройству тоже работы ведутся усиленно. И уже на следующей неделе будет футбольное поле. Подготовлено под укладку газона. Уже все сделаны детские площадки под спортивные, под волейбол, баскетбол, воркаут и прочее. То есть, ну, двигаемся в завершающем таком этапу. Главная задача – обеспечить образовательные учреждения необходимым оборудованием и завершить работы к началу учебного года. Мы сегодня побывали на строительстве новой школы, которая в перспективе станет новым корпусом нашего лицея. Посмотрели просторные классы, столовую, актовый зал. Уже начались поставки оборудования. Здесь будет самое современное оборудование. В каждом кабинете будет большая интерактивная панель. Это, по сути, 75-дюймовый планшет, которым будет удобно управлять, удобно пользоваться. Я думаю, что и учителя, и дети будут очень довольны. И несколько слов о погоде. По прогнозам синоптиков, предстоящая неделя будет горячей. Жара уходить не собирается, дождей ждать не стоит. Столбики термометров будут подниматься до 29-34. Ближайшей ночью ясная погода, температура плюс 16-18, атмосферное давление в пределах нормы. Во вторник, 13 июля, днем будет 31-33, это на 8 градусов выше нормы климата. Ветер слабый, возможны небольшие геомагнитные возмущения.
На этом наш выпуск подошел к концу. День святых первоверховных апостолов Петра и Павла – праздник, который отмечается 12 июля по новому стилю. Он назван в честь апостолов Петра и Павла, проповедовавших христианство по всему миру. Оба апостола приняли мученическую смерть за веру с разницей в один год. В храме всех святых Землероссийской Пресиявших прошла божественная литургия. Прямо сейчас эфир продолжит рубрика «Духовные беседы». Ну а я прощаюсь с вами. До встречи на канале ТВЛ.